Астрологический прогноз на 14 сентября, понедельник. Символ дня – трезубец. Энергии этого дня расположены таким образом, что они притягивают в жизнь удивительные, необычные события. Те события, которых ждали долгие. В этот день велика вероятность получения добрых вестей от бывших партнеров и друзей. Если же вам необходимо купить кому-то подарок или украшение для себя, то этот день для таких покупок подходит наилучшим образом. Также замечательно в этот день организовывать различные мероприятия развлекательного направления. А еще очень важно в этот день не перенапрягать спину, не носить и не поднимать тяжести. Также нежелательно посещать бани, сауны и солярии.